Итак, снова здравствуйте, с вами Олег Алавгудвин, и сейчас мы проведем такой короткий экспресс-сеанс мануальной коррекции всего тела. Да, мне будет ассистировать Люба, приветствуйте ее, пожалуйста. Красивая, симпатичная девушка, но посмотрим сначала, вот протестируем, так быстренько, ровно встанем, да, спиной ко мне, голову наклоняем, протестируем быстренько, что там может быть не так. В принципе, видно, что... Нет, ты не напрягайся, плечи расслабляйся. Тело симметричное по уровню плечей, по бедрам, по лопаткам, вот лопаточка чуть вот это ниже. Так. И небольшой тест сделаем, еще голову наклоняй. В принципе, как бы норма. Если вот так поворачиваю, не болит здесь? Здесь? Не болит, да? Так. Давай, ноги на ширине плеч. Так. По ногам смотрим визуально. Все нормально. Плоскостопие, главное, симметрично с двух сторон. Уровень коленок тоже ровный. Теперь склоняй голову вперед и нагибайся, как бы скручиваешься, как улитка. Вперед, вперед, вперед. Руки опускаем. Висят руки, висят. Еще раз опускаем. Ниже, 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 насколько можешь. Так, да, но не быстро. И также мягко поднимаемся. Поднимаемся. Небольшие элементы сколиоза есть. Все-таки здесь лопатка опущена. Да? Вот тут ребряная дуга. Снизу, а тут сверху. Только в грудном отделе. Ну, можно начать стоя, так скажем, на холодную. Поскольку я вижу, да, что человек, в принципе, подвижный. Суставы у него расслаблены, ручки висят, падают они, падают. То можно прямо в таком состоянии начать. Давай разберемся. Сначала... немножко расслабься, главное доверяй. Доверяешь мне? Угу. Доверили, расслабились. О! Ничего, ничего. Держись, не пугайся, главное. Не упадешь, я тебя придержу, если что. Еще расслабь, расслабь голову. Живая? Нормально? Угу. Положили щекой на руку, вот так бочком, да. Лежит голова, расслаблена. Вот эти задние мышцы расслабили, расслабили. Еще, еще, еще. Еще расслабляем, расслабляем. Вот будет пленький сучок. Это адлант. Еще раз на него пускаем, да, вот так. Лежит, лежит голова. Еще расслабь, расслабь. Угу. Вот, молодец, умничка. Угу. Опа. Так, ну давай еще, вот ручки опять висят, ничего не делай, ноги на ширине плеч, ровно поставь. Нет, не поднимай руки, вот они висят, падают, как веревки, да, вот. Угу. Раз, раз, и выдох. Теперь левую коленку вверх поднимай. И смотрим туда на плакаты. Ой! Неожиданно, да? И позвоночник ссыпался в трусы, что называется. Да? Ничего страшного, пускай руки. Ничего не держи. Вторую. Да. Выдох. И теперь правую коленку вверх. Смотри в телевизор. Шикарно, да? Так, продолжим. На столе немножко его подвинем сейчас. Ложись, красавец, на живот. Ногами. Ой, головой туда. Угу. Да, плечи полностью расслабляй. Угу. Руки свешиваем в стороны. Угу. И мы как прицел смотрим на симметрию, соответственно, всех выступающих частей пятки, икры, ягодицы, середина спины, лопатки, да, и череп. Так, проверим тут длину ног. Быстрым визуальным таким взглядом. Ну, еще раз говорю, что у нее не выявлено никаких серьезных повреждений, искажений. Все на месте. Ноги равной длины, что нас очень радует.
сделали ножку вот так. И расслабили ягодицу, ногу тоже. Расслабили. Еще расслабляйся. Угу. Что говоришь? Угу. Неожиданно, да? Ну, конечно. Так, расслабились. Сейчас тебя растянем. Еще ногу отпускаем. Распрямилась. Нормально все будет. Это для первого раза бывает, да. Иногда страшновато. Так, давай лучше через какую-нибудь тряпочку. На выдохе выдох. Слышишь, там было, да? Делается это как бы на сухую. Только вот с такими сподвижными, с молодыми людьми можно так делать, да? В основном, конечно, когда проблема серьезная, то там надо будет разминать, убирать мышечные спазмы, согревать, подготавливать. Чуть-чуть пощипаю. Ой, мне нравится. Нравится, да? Хорошо. А здесь вот так вот. Терпимо? Да, хорошо. Приговаривает, хорошо, хорошо. Со мной так еще никто не делал, да? Одна моя девушка говорит, там все хрустело у меня, но потом говорит, ой, фу, я так еще не делал. Это же лучше, чем секс даже. Так, выдох. Еще раз. Еще раз. Ну, в принципе, мы до этого уже все прохрустили. Давай голову на бочок. Угу. Ложку сюда. Я тебе ложу, сама что не делаю. Подожди, подожди. Угу. Сюда. Так, проверим. Тут поздно, нормально. Выдох. Еще раз. Слабее, шею, слабее, слабее. Угу. Давай в другую сторону. Все, ничего не делаю, еще вправо. Вот так, вот так. Отлично. Обратно сюда. Ну, в принципе, видите, у нее все хорошо. Сейчас еще несколько завершающих приемов сделаем. Давай вот так вот поворачивайся на бочок. А нет, подожди, подожди. Сначала на локте. Вставай на локте. Угу. Вот перпендикуляр на столу. Ближе к нему. Так, ага, голова висит. Визуально и препаторные тесты такие. Так, сама ничего не делай. Невольно справа слева. Угу. В принципе, все хорошо. Угу. Голову сюда чуть-чуть. Угу. Теперь вот так. Сползаешь немножко поровнее вот так руки. Угу. Все. Ложись. На бок, капусту. На бок, ко мне спиной. Этот бочок. Молодец. Эту ножку сюда. Эту ногу вот так вот зацепили за стол. Прямая нога. Руку назад.
Тут цепляемся, да. Ну, просто придерживаем. Угу. Голову тоже назад. Вот как было сюда. Угу. Просто расслаблюсь. О, было чуть-чуть, да? Угу. Молодец, солнце. Лежи, ничего не делай. Еще расслабляйся. Теперь на другой бочок. Да, эту руку назад. Здесь вниз в стол. Здесь сюда. И тоже смотри под схожую сторону назад. Назад, назад. Туда. Да, да, да. Сильно, да? Но хрустнул там, где надо, там, где ожидалось. Так, ну и в завершение программы разворачиваемся сюда на спину. Да, вот так лежит просто. Ничего не делаю, просто проверим, где вот сюда. Движение колено немножко здесь болит, да? А сейчас не болит. Сейчас нормально, да? Ну-ка, расслабь, расслабь, расслабь. Угу. Страшно. Она просто видела, что мы делали до этого, ну, да, с другой девушкой, да? Теперь немножко побаивается. Так не болит, да? Нормально тут. Расслабь ногу. Расслабь. Все хорошо. Нормально, слушай, подвижность вообще потрясающая. Да. Не гимнастка? Гимнастка. Серьезно? Сейчас скажи, балерина. Да? Боди-массаж делаем. Ну да, там. Там мне на видео снимать. Нужна такая, чтобы была подвижность в суставах. Ну, вообще все отлично работает. Здоровое тело, да. Соответственно, для здоровых людей мы все делаем симметрично. Это как бы коррекция всего организма. Чуть-чуть может болеть, но ничего страшного. Все-все-все, там боль такая бывает. Ой, и все. И порядок. Так, ну и напоследок хочу предложить себе декомпрессию всего позвоночника. Если готово, это надо будет за череп немножко дернуть. Угу. Готово? Готово. Да, это держи. Это ж надо так сделать, да, хвостик? Может, да, хвостик сделать. Страшно. Нет, не страшно. Жить буду. Обычно людей запугивают. Ты молодец, смелая девушка, да. Улыбаешься, молодец, глаза закрывай. Голова лежит, 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 ничего не делает. Все, все, ничего не делает. Проверяем быстро, где что там стоит. Немножко второй звонок. Так, то. Отправили. И опять через смыкаем, голова висит, свободно, легкая декомпрессия. Угу.
окном. Хруст был, да? Угу. Докуда он дошел? Может быть, до ушей, до грудного отдела. Угу. Где-то вот до середины. До сюда, да? До крестца может дойти. Еще что ли? Нет, больше делать не будем. Для первого раза этого достаточно. Ну, можешь приходить в себя, потихонечку вставать. И поделись с нами с впечатлениями, что ты почувствовала. Что в тебе какие-то изменения, может, произошли? Я почувствовала кайф. Серьезно? Да, вообще супер. Мне все понравилось. Я еще сюда приду. Ну, а по конкретнее, что-нибудь в теле чувствуешь? Может, пластичность там или гибкость, или наоборот, что-то? Я почувствовала облегчение. Я пришла, у меня как бы тяжесть была в спине. Неудобство, а сейчас прям такая легкость, все хорошо. Поворотами все нормально все, да? Угу. Ничего не делал, ничего не делал. Я думаю, что все нормально. Наверное. Погоду сядь так. Угу. Да, вообще все идеально. Да? Так, еще раз руку опускаем эту. Выдыхаем. Нет, все шикарно. Да? Потрясающе. Ну расскажи, если требуешь, что же такое произошло? Такого очень редко бывает, да? Никто такого раньше не делал. Ну что-нибудь в теле там, какие-то ощущения? Облегчение прям почувствовала, все косточки мои хрустнули, я в восторге. Мне все понравилось, вообще супер. Класс. Вот, да, такой сеанс, ну, для здорового человека, вот 15-20 минут, наверное, длится, да? Молодец, давай 5. Приходите, ребята. К нам еще, да. Это была Люба, и с вами был тренер, массажист, мануальный терапевт, ну, всех регалий перечислять не буду, Олег Алав Гудвин. Ищите меня на всех просторах интернета. До новых встреч, дорогие друзья.